Металлический. О, по нам стреляют. Интересно. Отстреливаются еще товарищи украинцы. Тут погибшие на русском. А, нет, на украинском. Федоров, Платонов, Копцов, Чернецкий, Полевой, Захаров. Да. Самолет летит. Сейчас, наверное, звук бомбы услышим. О, туда упало, откуда стреляло. Круто. Не позовешь. Никак, никак не выйдет на пенсию. Нет, здорово. Че, как жить? Нормально. Нет. Москвичи все здесь заполонили. Нормально все? Слушай, это 503-й батальон, да, был? Морская пехота, да, 36-й бригада. А ты в бою с ними встречался? Я нет, ну это только в те годы. А когда в 9-м полку был? Когда в 9-ке еще был. Ну и как ты можешь их характеризовать? Ну как, хорошо они бились. Ну бились хорошо, ну как. Ну морпехи все-таки, это же у них там элита. Все ясно. Ну как бы победили их. Надеемся.